Этот культурно-спортивный комплекс находится в селе Донском. На его базе работают 27 разных клубов. Один из местных долгожителей – вокальный ансамбль «Ветеран». Ставропольский ответ бурановским бабушкам. Ансамбль существует с 92 года и не так давно получил звание народного. Артисты – неоднократные лауреаты всероссийских и краевых конкурсов. Кстати, новички, прежде чем попасть в состав, проходят более чем серьезный кастинг. Некоторые, значит, не выдерживают нашего натиска. Вот, значит, думают, как вот они на улице пели, это самое. Нет, у нас все это самое грамотно, вот. В местном ДК расположен и кинотеатр. Конечно, фильмы в 3D и произведения уровня «Звездных войн» тут вряд ли покажут в ближайшем будущем. Зато покажут фильмы о другой войне, Великой Отечественной. И произойдет это в рамках года кино, которым объявлен в нашей стране 2016. Владимир Владимиров оценил кинозал и высказал пожелание, чтобы большинство фильмов были отечественными. Мы будем показывать российское кино, будем делать ставку на него, будем развивать его, рекламировать его, привлекать население для просмотра данных фильмов. Последний пункт остановки губернатора – 7-я школа села Донского. После того, как она вошла в программу модернизации образования, инфраструктура и качество обучения здесь заметно выросли. Допустим, вот 7-я гимназия получила спортивное оборудование. Мы получили лингофонный класс для английского языка. Точно так же у нас выполнены те заявки, которые были поданы в рамках этой федеральной программы модернизации. Завершилась рабочая поездка главы края итоговым совещанием, которое прошло в неформальной обстановке в школьной столовой. Дальнейшее развитие социальной сферы и образования в районах губернатор обсудил с местным руководством. Александр Григоров, Владимир Ходарев, Ставропольское телевидение.